Вот, по малой, по милости Божией, нахожусь близ моста, везде на столбах объявления вот такие вот. Миллионы, наверное, рублей тому, кто пойдет. Я решил прочитать. Видно, что зря не будут объявления вешать. А вот здесь железнодорожный мост. В том и другом направлении по три ряда. Это вот строят здесь рядом, долбят. Стройки, многоэтажные дома, 21 этаж. Город Барнаул. Сегодня 11 октября 2024 года, пятница. И там вот, видать, храм Иоанна Предтечи Крестителя. И рядом надписи. Ну, не рядом кто-то, это Барнаул. Наверх уже не полезу. Мы молимся, чтобы мост не был нарушен, взорван, чтобы люди не тонули. Мы верим в великую силу Божию и молитвы наши. Повторяю, что сегодня, 11 октября 2024 года, пятница. Мы только прибыли в Барнаул вчера. 4 месяца были в деревне у себя. Слава тебе, Христе Божий наш, слава тебе. Вот я нахожусь на мосту. Три с одной стороны машины идут. И три с другой, в Барнаул. Шестирядное движение здесь управления. Сегодня 11 октября 2024 года, пятница. Пришли сюда помолиться, чтобы мост никто не взорвал. Мы круглый год почти ходим, молимся здесь. Понятно, что это город Барнаул. А здесь храм Иоанна Предтечи Крестителя. А вот машины так и идут. Благословение. Пришли мы на Аби. Как и сегодня один дождь идет. О, на чем и как идет. Там дальше, видать, Покровский собор. Кто пожелает, увидеть его. Вот. Вот так движение такое. Что того? Красавец. Ну и такие машины идут. Только тут есть еще на ту, Мария Ра. Все, пошел, замерз, до руки невозможно.